Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Мы, в общем, смотрим очередную интересную игру. Она браузерная, по сути, но она настолько крутая, что мы решили записать ее с камеры. Называется она Rodeo. Rodeo такая, да. Не знаю, круто получилось, так и с названием. В общем, есть два режима. Один режим против, другой кооперативный. Но в чем же суть игры? Один человек играет дорогой, другой машиной. И если мы играем друг против друга, то дорога должна всячески суперкрутые сложные завороты делать, чтобы машина слетела и проиграла. Либо дорога стучится там, например, в какое-то препятствие. Кооперативно вы должны идеально соблюдать, так скажем, хорошую дорогу и хорошую езду. Да, всё. Ну давай попробуем сначала. Друг против друга. А, ну ладно. В общем, смотри, можно как-то... В общем, у дороги. Она ВС, это поднятие уровня, либо... понижение, то есть, понимая это, она едет с определенной скоростью, а строительство вправо-влево осуществляется АД. У меня как бы... Да? Power up, это что? Не знаю, ни разу не пробовала, если честно. О, карта зимой. Ну что, давай, Юль. Я, наверное, как его... Я сейчас машинкой играю, Юля дорогой. Я должен аккуратно ехать. Ты куда? Я упал! Я выиграл. Я просто тупо... Я не знаю, почему я вывалился. Ладно, давайте. Я готов. Я думал, это зимой. А что я сказал, что зимой просто черно-белый начинается? Музыка такая еще. Так, Юль, понимаешь, что тебе нужно аккуратно проехать между... Черт, а я же поднялась. Ничего не знаю, счет 1-1. Что произошло? Так, давай. Я могу тормозить. Смотри, не ударься об за... Об мост или об что это? Да, спроси мост. Управление машиной самое простое. Ой! Блин. Я выиграл. Счет 2-1. Интересно, я не знаю, до скольки тут идет счет, но тем не менее, погнали. Так. Блин, для двоих, по-моему, идеально. Это реально подлянки. Но дорога, честно говоря, не так просто. Фига ты ее не было. Ну вот. Ветряная мельница. Откуда ж я знала? Блин, а до скольки? Может, до 5-10? Ну ладно. Ну, узнаем. Одна минута дается. Интересно, что будет, если минута закончится. Наверное, никто еще не доходил до этого, чтобы минуту держались так упорно. Так, а вот что звездочки дают, я еще, честно говоря, не знаю. Управление с клавиатуры, в принципе. Ой! Эй! Я выиграл? Я почему-то вот так развернулся на 180 градусов. Еду. А у меня я же делаю эти как. Подъемчики. Да. Типа такая крутая. Фига, реально трамплины. Долбанись. Эй, я вроде как спать. Надо было брать выше, Юля. Так, ну чё, не знаю, до 5 побед, что ли? Уля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай, катись, катись, дорогу. Далеко я доехал. А, до 5 как раз. Машина побеждает. Ну вот, давай. Будет ли месть? Да. Как ревенж. То есть теперь я дорога. Да? Да. Ну, я понял так. Помни, что у тебя... Нет. Да? Я дорогу. Блин, а что, мы не будем меняться, как бы, как... Ну, не, мне и дорогу устроить. Ну, я хочу тоже дорогу попробовать. Ну, ладно. Нам, в принципе, это не интересует. Можно как-то? Можно. Так. Ну, что, тогда кооперативный режим или все-таки как-то попробуем поменяться? Да не, не. Ну, я хочу дорогу попробовать. Давай, скрестим руки и вот... какой-то... Так нормально? Да. Не знаю, как это шикарно. Выглядит. Я утомлен. Ты больно не шевелись. Милота. Ладно, давай. Ладно, теперь я давай. А мне зачем это вперед, назад? Тебе как бы газ, тормоз. Так, надо привыкнуть. Не отставай, сопля рыжая. Ну, я... Блин. Я так укатил далеко-далеко. Далеко-далешеньки. Сейчас как тебе устроить подлянку строю. Что за пауэрап? Ну, ты вообще, конечно. Ноль вариантов. Блин. Дорога адская. Вот в России у нас такие дороги есть. Да у нас хлещи. Хлещи? Сейчас ты узнаешь, что такое хлещи. Ты охренеешь просто от хлещи. Блин! Я думал, я выше этого. Да, конечно. Кто взорвался? Не знаю, ты. Я еще только начинаю. Так, я лучше низом проеду.
Давай, давай, езжай за мной. Вперед, вперед. Ты как скатерть. Ну, я первый упал. Ну, точнее, врезался. Врезался. Это хорошо, это хорошо. Счет 2-2. Ниш я. Так, лучше не иди. Блин. Сложно, однако. Я выиграл. Вот прям буквально там, даже секунды не прошло. Надо было чуть-чуть продержаться. Ну реально, тут минуту продержится. Да ты, блин, совсем. Это было круто. Я даже какое-то масло подобрал. То есть еще бонусы звездочки, если ее подбирает дорога, то начинается закидывать. Антибонусы для машины. Либо машины там, не знаю, какие-нибудь. Потому что, блин. Yes. Не трос. Я вообще не в ту сторону поехал, куда было глупо ехать. Блин, ладно. Если ты сейчас меня выиграешь, конечно, конец будет. Ну да, вообще. Давай. Я стараюсь. Ну, у меня прям как это. Нет! Блин, я там задел, но, по-моему, все. Давай. Обратно. Все. Плохая из меня. Кто? Я машины выиграл потом? Да. Так, ну все, надо же, я давно не выигрывал. Сегодня я точно напью, потому что у меня нос еще не перестал чесаться. Давай. Че попить-то там? Ну ладно, в общем. Погнали. Короче, теперь мы будем заодно. Да, да, давай, теперь я машины, ты давай это, хорошую дорогу строй. И спускайся. Я уж извиняюсь, но просто... Я понимаю, я держу. Как в сине заорал. 250 метров, так. В принципе, до магазина мне хватит. Давай, конечно, ретри. Давай. Но мы уж не будем меняться местами. Да. Давай, ты человек дорога, я человек машина. Давай. Каток, погнал. Эй, а это что такое еще? Шар какой-то, блин. Кто накосячил? Юля накосячила. Я блин, дальше. Откуда уехал. Я знала? Мы можем уверять, что Юля плохая дорога. Давай. Музыка еще, я надеюсь, никакой АП за эту музыку не будет. Давай мимо домиков, мимо моста. Я, если что, идеально буду выполнять, все зависит только от тебя. Ты... Юль, не стукнись! Е, мы далеко уже, дальше, чем магазин. Тихо, держись. Я застрял. Да это нечестно, я просто застрял в текстурках. 1000 наберем. Да, давай. Ну, короче, набираем 1000 и все. Мы сможем? Да. Сможем. Давай. Погнали. Юль, да, все зависит от тебя. Только ты. Потому что я обычно идеально выполняю все. Там, не знаю, пируэты, развороты. Я стараюсь. Блин. А, вот большие звездочки для дороги, маленькие звездочки для машин. Я уж извиняюсь. Интересно. Ну, за счет того, сколько я проехал, рассчитывается, или за счет того, сколько... Давай, до 800... Давай. Блин, ну чуть-чуть я не... Как сказать? 70 метров не ну, хватит. Ну, Миш, ну я маленько не убралась между ёлочками. Все, все, бюджета, вот бюджета больше не будет, ты понимаешь? Вправо давай. А можно как-то, может... Ну, или у тебя скорость прям вот никак не снизит? Да. Конечно, беда. Ну ладно. Поэтому... Ой, я 50 очков взял. Может быть, нам как 50 метров прибавились? У-у-у. Я еще за мостом... Фига ты. Как бы мне стыдно было бы, если бы я пролетел, проиграл. Такой пируэт сделал, а я... Да, взял бы и засрал все. О, Юль, наверное, сделаем. Давай, 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 давай. Все! Мы сделали свою да? цель. Да, давай, держимся. Чуть трасс какой-то. Миша! Ну, мы 1000 сделали, я считаю. Ну, давай еще разок. Ну, я просто, да, понравилось, да? Да. Не, а блин, что, блин, прикольно? Круг, на самом деле, крутая. Ну, только на двоих. То есть, братана, другана, сестру... Ну, точно, короче, да. Кошки, или мышки. Свою вторую руку. Блин, звучит, как вторая. Блин, ну а как тут пройти? Два взрыва. Нет, ну ты видал? Нет, не видал. Я вот играю и ничего не вижу, вот, честно я говоря. Тоже так без думаю. Монитора очень сложно играть вообще, ребят.
Я, как сказать, мысленно строю, управляю силой мысли. Молодцы, это же смешно. Точнее, это не смешно, это так и есть. Ну вот, погиб тишина. Погиб тебе, комик. Как мы влезем? Хера ты. Блин, уж не могли сделать место. Право надо было. Право. Я бы не успела. Ну не, давай, раз я последний встал, раз. Уже достал. Блин, а я только вошла да во вкус. Выходи оттуда. У нас, кстати, так магазин называется. Чёрт. Какая нужна. Не, давай еще раз, это не считать. Ну пожалуйста, последний раз. Ладно, ладно. Давай, все. Давай, сейчас я покажу, как надо быть дорогой. Дорога, дорога. И все дальше у этой песни не знаю слов. Осталось немного, не знаю. А куда мне ехать? Я застрял! Ну, мне не видно было из-за того, что прям параллельно мосту проехал. Ну, все, 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 ну, ладно, все, все, это все. Конец. Это конец. Короче, игруха называется Rodeo. Прикольная игрушка. Блин, на Unity сделана, но супер. Чувак, да. Если кто сделал, он молодец. Вы обязательно тоже в нее поиграете с друзьями. Крутая кооперативная игра. Респектос от нас. От Юли. Ладно, всем пока, хорошего настроения. Да, обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Ладно, не буду. Ладно, всем пока.